Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Сегодня я вам хочу показать небольшое видео про наш поселок. Станция Терлян. Вот я нахожусь на станции Терлян Белорецкой железной дороги. 15 лет спустя. 20 лет назад здесь ходили поезда, кипела жизнь, а сейчас вот даже следов не осталось, никаких следов, что здесь когда-то ходили поезда. Вот ТЛВРД. Терлянская локомотив, вагоны, ремонтное депо. Здесь ремонтировали паровозы, тепловозы, вагоны. Мы пройдем сейчас подальше. И что покажу, вот именно там, где стояла станция. Погодка сегодня такая вот у нас хорошая. Ветерок только. Да. А вот здесь вот это район Шибаевки. Шибаевка. Здесь был детсад. И вот все, что от станции осталось, это вот железнодорожная столовая. Вот она. Вот это здание. Сейчас здесь пекарня. Вот солнце начало снимать уже. Пройдем подальше. Вот, друзья мои, на этом месте было здание, станция Терлян. Хочу вам рассказать немного про эту железную дорогу. Эта железная дорога была построена в 1912 году. Начали ее строить в 1909 году. За 3 года построили 145 километров. Откатав Ивановска до города Белорецк. А здесь вот это 111 километр станции Терлян была. Поезда ходили каждые 2 часа. Это была дорога жизни. Соединяла город Белорецк и Катав Ивановск. Через горы, реки. Такая была дорога построена. Но сейчас поднимемся на Бугору. Покажу вам панораму нашего поселка. Реки просят. Ну, идем. Вот, друзья мои, поднялся я на Бугор. Хочу показать нашу природу. Вот такая красота у нас. Чудесный мартовский день. Солнышко светит. Снег белый. Небо голубое. Красота. В таком чудесном краю мы живем. И видим эту красоту. Снимаю панораму нашего поселка. Вот это район Громиловка. Внизу видно полотно бывшей железной дороги, мост железнодорожный через речку Терлянка. Район Шибаевка.
камеру веду медленно. Мои земляки просили меня об этом, снять этот район Шибаевка. Выполняю их просьбу. Посмотрите, побывайте на своей родине. Вот наши горы, Малюткин камень. Гора Судовая. Вдали гора Шум. Терлянский пруд. И район Шанхай. Вот мои друзья, земляки на родине побывали. Вот, друзья мои, хочу вам еще показать панораму. Ветер стих маленько. Вот это место бывшего детсада. Здесь вот был детсад. Те, кто помнит. Вот, значит, бывший ЖД. И сейчас я хочу показать вам клуб БЖД. Пошел я был уже другой дорогой, но думаю, меня земляки мои не поймут. Сам я здесь вырос, в этом районе. Вот видите, вдали белые здания. Это клуб БЖД. Сейчас я подойду поближе и покажу его. Ну, он уже не работает. Здание, конечно, сохранилось. Здание старинное, каменное. Ему еще 200 лет, 300 стоять. И крыша перекрыта. Ну, сейчас отключусь. Подойду и покажу. Вот так сейчас выглядит ТЛВРД. Терлянское локомотив, вагоноремонтное депо. Тут паровозный цех. Вот этот цех 29-го года вагонный. Сейчас здесь лесопереработка. Идет. Так вот это. Ну, друзья мои, клуб БЖД. Хорошо он сохранился. Баннер висит, что продается. Просто здесь я вот вырос. Здесь вот танцплощадка была. Вот это наш клуб. Просто представить невозможно, сколько тут людей ходило в кино. Полный зал. С 5 сеансов, с 7, с 9. И всегда полный зал. Вечером. Такая масса народа идет, спускается. Ой, ностальгия. Ну, спасибо, друзья мои, что посмотрели это видео про нашу железную дорогу бывшую. Наша история. Это надо помнить кому-то, это интересно. Такое не было у нас. Все это было. Это наша жизнь. Ну, всем пока. Всем мира и добра. С вами был Владимир.